Доброе ноябрьское утро, друзья мои. А сегодня погода вот такая. Идет теплый дождь. Но Сава уже в садике. Постигает помимо своей родной культуры, языка, литературы, еще и специфику японского языка и социализируется в японском обществе. Мы как заядлые рыбаки сегодня одеты. Сошли со шхуны и приехали в садик. Всем доброго времени и приятного настроения. У погоды ведь, у природы нет плохой погоды. Как сказал великий актер современности Леонид Быков, будем жить.